Рязанские полицейские пресекли массовое нарушение ограничительных мер самоизоляции в баре на улице Почтовой. Выяснилось, что в заведении проходил подпольный концерт в стиле стендап. Всего в помещении бара находилось 48 рязанцев. Многие были в общественном месте без индивидуальных средств защиты органов дыхания. Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани при содействии сотрудников регионального УФСБ пресекли противоправное массовое мероприятие. Сотрудники полиции совместно с представителями регионального Роспотребнадзора зафиксировали обстоятельства массового нарушения ограничительных мер самоизоляции. Организаторы противоправного развлекательного мероприятия, работники бара, будут привлечены к строгой административной ответственности. В общей сложности было составлено 13 административных протоколов по статье Кодекса административных нарушений в связи с тем, что люди не соблюдали правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Остальным 35 нарушителям выдали уведомление о недопущении нарушения режима самоизоляции, объявленного для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Полицейские выявили в баре нарушение законодательства, регламентирующего розничную продажу спиртного. На нарушителя составлен административный протокол за нарушение правил продажи алкогольной продукции, оборот спиртного без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность его производства и продажи. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Стоит отметить, что рейдовые и проверочные мероприятия продолжатся.